Севера-Камчатки приготовиться пенитауи к лесковику Тетаумата. Андрей Метелица, прошу вас. Уважаемый господин председатель, я председатель Ассоциации 8 коренных народов Камчатки, региона России на Дальнем Востоке. Права коренных народов гарантированы Конституцией России, действует федеральное и региональное отраслевое законодательство, а также концепции устойчивого развития коренных народов. В то же время основные усилия государства направлены на социальную и культурную сферу, сохранение традиционных земель, форм хозяйства и образа жизни коренных народов. Однако наше право на развитие все больше включает экономическую повестку. Так, Камчатка является одним из мировых лидеров в сфере рыболовства, где юридически зарегистрировано около 350 общин коренных народов, основной вид традиционной деятельности которых – рыболовство. При этом вся территория региона юридически признана землями традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных народов. Декларация ООН о правах коренных народов подчеркивает важность самостоятельного определения приоритетов развития коренными народами. В этом связи наша ассоциация разработала собственную концепцию устойчивого развития коренных народов Камчатки. Она предусматривает создание новых систем получения доходов, включая развитие собственного товаропроизводства и расширение рынков сбыта. Наша задача – сохранение биоразнообразия традиционного природопользования при росте собственной экономики. Второе. Мы заявляем о важности модернизации традиционной хозяйственной деятельности коренных народов и других сфер жизни, включая расширение доступа к профессиональному этнокультурному образованию, развитие общин и других форм нашего самоуправления. Третье. Мы нацелены на улучшение своих демографических показателей. Важно, что концепция поддержана органами государственной власти Камчатки. В завершение хотел бы рекомендовать двум экспертным механизмам ООН включить в повестку работы будущей сессии оценку потенциала собственных программ развития коренных народов и инструментов их реализации с привлечением государств и социально ответственного бизнеса.